Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу опять вам несколько интересных находок. Итак, приступим. Археологи Института истории материальной культуры РАН во время обследования Малахова кургана и подготовки комплекса к реставрационным работам обнаружили совершенно случайно пушку, которая использовалась при обороне Севастополя во время Крымской войны. А это у нас 1853-1856 года. Это оказалась корабельная бомбическая пушка. Она была обнаружена совершенно случайно. Ее до сих пор не могли найти, потому что она лежала буквально на поверхности, на месте, где была асфальтовая дорожка, всего в 40 сантиметрах, по которой всегда ходили посетители. Это точно русская пушка, о чем свидетельствует герб, двуглавый орел, причем это именно настоящая боевая пушка, которая участвовала в обороне Севастополя, в отличие от орудий, установленных на Малаховом кургане в 1958 году во время исторической реконструкции, говорит руководитель экспедиции Сергей Соловьев. Ученые предполагают, что эта пушка была снята с большого линейного корабля и установлена на батарее Синявино-Корниловского бастиона. Рядом находятся артиллерийские позиции, на одной из которых она, вероятно, и стояла. Пушка получила повреждения в ходе боя с неприятелем. На стволе есть характерные отметины, выбоина, и после этого ее больше нельзя было использовать, вследствие чего ее могли просто сбросить вниз, чтобы не мешало на позициям. Там она и лежала до нашего времени, но это как вариант. Увы, лафет не сохранился, да это и понятно, ведь он был сделан из дерева и просто сгнил, или, может быть, был уничтожен во время боя. Кому интересно, пушки такого типа в России начали изготавливать в первой половине 19 века по образцу французских и британских орудий. Именно такой тип пушек изобрел французский военный инженер Анри Жозеф Пексан. Более точные сведения о том, где и когда была изготовлена найденная пушка, можно будет получить после ее более тщательного исследования. Думаете, это единственный случай? А вот и нет. Смотрите, в Ленинграде во дворе дома на Соляном переулке рабочие проводили земляные работы по замене коммуникаций и наткнулись на кусок трубы, как они думали. Торчала просто из земли, а когда ее полностью откопали, оказалось, что это огромная пушка. Оружие вытащили из-под земли прямо около Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В 1946 году музей закрыли для посетителей, а в 1953 ликвидировали всю коллекцию, а там были танки, самолеты, пушки, уничтожили. Часть банально переплавили на металл, а эту пушку, наверное, скорее всего, просто закопали в землю, так сказать, закатали. Судя по внешнему облику, эта пушка могла участвовать во Второй мировой войне и именно в обороне Ленинграда, считает Милена Третьякова, но точно можно будет сказать только после того, как ее очистят и изучат клейма. Хотя оружие обнаружили на территории, которая в наше время музею не принадлежит, находку все равно передадут в музей. Сейчас оформляют все документы, но что делать с габаритным гостем из прошлого, пока никто не знает. Банально нет места, куда поставить. Вот так. Напишите, друзья, что вы думаете по данному ролику, делать что-то подобное дальше или нет. Мне очень важно ваше мнение. До новых встреч на канале. Пока-пока.